Биссектриса угла B, параллелограмма ABCD пересекают сторону CD в точке K, так что отрезок CK в 5 раз больше отрезка KD. Найдите сторону параллелограмма, если его периметр равен 88 см. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Четырехугольник ABCD параллелограмм. BK биссектриса. CK равняется 5DK. Периметр ABCD 88 см. Найти стороны AB, BC, CD и AD. Неизвестно. AB равняется CD. BC равняется AD. По свойству параллелограмма противоположные стороны параллелограмма равны. Ведем переменную. Пусть DK равняется X. Тогда CK равняется 5X. Это из условий. Так как CK равняется 5DK. Сторона CD будет равняться сумме двух отрезков. DK плюс CK. Подставим сюда наше обозначение. DK это у нас X, CK это у нас 5X. Посчитав, получаем 6X. AB параллельно CD. По свойству параллелограмма. Противоположные стороны параллелограмма попарно параллельны. Тогда у нас получается, что угол ABK равен углу CKB, так как они накрест лежащие углы при параллельных прямых AB и CD и секущей BK. Угол ABK равен углу CBK, так как BK биссектриса. Заметим, что левая часть у нас равна. Отсюда следует, что правая часть у нас также будет равна. Тогда у нас получается, что угол CKB равен углу CBK. А раз углы равны, отсюда следует, что треугольник BCK равноведренный, так как углы при основании BK равны. А раз треугольник равноведренный, отсюда следует, что боковые стороны будут равны, то есть BC равняется CK. Раз CK у нас 5х, значит BC тоже 5х, как DX, как мы ранее записали. Напишем формулу периметра параллелограмма. Периметр параллелограмма равен удвоенной сумме двух смежных сторон. 2 умножить на А плюс Б. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой периметра. Тогда у нас периметр параллелограмма ABCD будет равняться 2 умножить на BC плюс CD. Подставимся на наше обозначение. Периметр это 88 см равняется. BC это 5х. CD мы ранее нашли 6х. Тогда у нас получается 88 равняется 2 умножить на 11х. Тогда х равняется 88 разделить на 2 умноженное на 11. Это будет 4. Тогда сторона CD будет равняться 6х, то есть 6 умножить на 4 будет 24. Сторона BC равняется 5х, то есть 5 умножить на 4 будет 20. Запишем ответ. Сторона AB равняется стороне DC. И все это равняется 24 см. Сторона BC равняется стороне AD. И все это равняется 20 см. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.